Я приветствую всех зрителей и подписчиков канала «Банковский». Наша сегодняшняя тема – это как отключить автоплатеж по кредиту Сбербанк онлайн. А автоплатеж – это очень удобная услуга, ее можно подключить практически на любые виды услуг, которые предоставляет Сбербанк, и мобильную связь, и услуги ЖКХ, и кредиты, и карты банковские, какие-то сторонних банков. Поэтому в личном кабинете все это можно с легкостью сделать. Поэтому давайте перейдем в личный кабинет и отключим действующий автоплатеж по кредиту. Переходим в личный кабинет Сбербанк онлайн. И здесь мы оказываемся на основной странице вашего личного кабинета с вашими всеми действующими банковскими картами, кредитами и так далее. Всю информацию, которая у вас есть в Сбербанке. Внизу есть у нас окна. Нам нужно нажать окно «Платежи». А здесь сразу у нас показываются все платежи, которые есть и можно сделать через Сбербанк онлайн. Нам нужно отключить автоплатеж по кредиту. А вверху у нас есть вкладка «Автоплатежи и автопереводы». Нажимаем, и здесь мы сразу видим, что у нас есть один действующий автоплатеж. И указано, что будет ближайшее списание. Также указывается дата, когда будет ближайшее списание, и указывается сумма. На данном автоплатеже у нас есть вот так вот три точечки вертикальные. Нажимаем на них. И здесь у нас есть приостановить, то есть мы не будем его полностью, к примеру, удалять, но на какой-то период времени он будет остановлен и деньги не будут списываться, пока мы сами этого не захотим и не восстановим его. Также можно отредактировать, то есть изменить какие-то данные, изменить, допустим, дату платежа, изменить сумму платежа, если вам это понадобилось. И самая последняя вкладка – это полностью отключить автоплатеж и больше списания происходить по данному счету не будут, пока вы потом заново не подключите какой-либо новый автоплатеж, либо же заново этот же автоплатеж не введете реквизиты данного банка. Поэтому для полного отключения нам нужно нажать «Отключить». Здесь указываются все данные, которые у нас были. И нажимаем «Подтвердить». Ваша заявка отправлена в банк, воспользуйтесь системой Сбербанк онлайн. Поэтому ожидаем, операция выполняется. Можно просмотреть еще раз там подробности, если нужно, и вернуться в автоплатежи. В данном случае автоплатежи уже не показываются, значит автоплатеж по данному кредиту был отключен. Если нужно, далее также вы можете нажать «Подключить» и подключить еще какие-либо нужные вам действующие автоплатежи. А под этим видео есть ссылки на лучшие кредитные и дебетовые карты, вы можете ознакомиться. А это видео было снято специально для канала «Банковский». Если оно вам было полезно, не забывайте ставить палец вверх, подписываться на канал. И всем до новых встреч. Пока-пока!